После 12-часового пути порвали бассейн. Спортсмены из Ульяновска завоевали золото на межрегиональном турнире по мини-водному поло. Соревнования прошли в Оренбурге. Компанию ульяновцам составили сами хозяева турнира, а также спортсмены из Уфы. Для парней это первый за полгода выездной турнир. Из-за отмены массовых мероприятий встретиться не удавалось. Поэтому эти матчи как глоток свежего воздуха. Настрой был боевой. Единственное, не хватает вот этих стыковых встреч, игровой практики. Крутимся в своей каше, как говорится. Вот не хватает встреч побольше, быстрее. А так все интересно, все круто. Как считают сами ватерполисты, лучшая тренировка – это соревнование. От Ульяновска приехали сразу два состава команды «Спартак» – молодежь и спортсмены постарше. Получилось так, что нам удалось собрать два состава. Это команда ветеранов с Ульяновска и команда молодежки. По дороге долго обсуждали, одной командой играть или двумя, но, прибыв сюда, усложнили для себя задачу и поделились на две команды. Борьба в товарищеском соревновании выдалась нешуточной. Несмотря на пандемию, ульяновцы не бросали тренировки. Пока бассейны были закрыты, ребята регулярно играли на озере в Березовой роще. Поэтому и в Оренбург приехали подготовленными. Первая игра прошла для нас с большим преимуществом. Много выходили, 2-1, 3-2. В принципе, хорошо реализовывали свои моменты, забивали, много забили. По итогам всех игр команда ульяновской молодежи оказалась сильнее всех. Это первое золото ульяновских ватерполистов в соревнованиях. На этом ватерпольные баталии не закончатся. Спортсменов ждут игры в рамках чемпионата Приволжской лиги Национальной ватерпольной ассоциации. Первая игра пройдет в апреле в Уфе. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Управда ТВ.